дома замок сломался, не мог выйти из квартиры. У нас есть вице-президент Федерации, зовут его Дурак, короче. Знаешь, Славян? Такой седой, такой ходит. Он специалист по взлому сейфа. Серьезно? Да, профессиональный европейского уровня. Ну, он сейфы закрывают, он их ломает. Официально. Недвижатель. Недвижатель, да, кстати, недвижатель европейского уровня. Приготовились! В таких секунд я должен, да, так вот взять. Начали! Да он честный. Он честный дурак, но честный. По очереди. Стоп! Так, вопрос. 10 секунд одному для того, чтобы что-то сделать. Потом 10 секунд курим бамбук. То есть ничего не делаем. Потом 10 секунд другой пытается это сделать. Ясно? У вас всего... За 10 секунд одна попытка атака, ну одна атака будет. Всего. Я все это время отдыхаем. Если вы сделали на первой секунде, вы 20 секунд стоите и ничего не делаете. Поехали. Халява. Не надо добивать. Ты должен классно сделать. Да. Иди, иди. Отдыхаем. Отдыхаем, да, сейчас отдыхаем. Отдых. Пошли. Ребята, не надо тупить, не надо прямо с места вот так стоять и бить. Двигайте, двигайте, управляйте. Добейтесь ответной реакции. Поймите, что из него представляете. Давай. Откройте его! Отдыхаем. Он же вас бить сейчас не будет. Он не будет бить. Он только защищается. Может отойти назад. Давай. Отдыхаем. Давай. На месте стоять, на месте. Все на своем месте. Стоим на дальней дистанции. Саша, попробуй читов и гол как раз. При атаке. Здесь один движение. Если пошел, то пошел. Вопрос, с чем ты пойдешь? Рукой, ногой, с чем? Стоп! Задание не меняется, как вы догадываетесь, да? Так же, никакого степа, никакого степа. Так же, один атакует, но другой теперь еще и контратакует. Понятно, да? Задача. Задача. Первый номер. У вас есть 10 секунд подготовить атаку. 10 секунд. И сделать ее. Вы можете сделать это сразу, можете через 10 секунд, да? Второй номер, задача, выполнить контратаку. Ну, в крайнем случае, защититься, а лучше выполнить контратаку. Если вы вас дернули, вы уже что-то начали делать, то есть, например, он вас дернул, а вы, оп, среагировали. Оп, среагировали. Вернитесь обратно. Ну, понятно, да? А для него, конечно, лучше не просто посмотреть для атаки. Если вы среагировали, потом дернули. Готовы? Да, потом 10 секунд отдых, потом 10 секунд другой перерыв. Ищем варианты, ищем. Отдыхаем. Ребята, какие варианты для второго номера? Пойти вперед, пойти на месте, отвести в сторону и назад. Понимаешь? Затягиваем. Давай. Вот атака, можно на встречу передать? Ну, конечно. Степа нет! Степа нет! Стоп! Стоп! Степа нет! Ага! Смотри, когда он бьет, уже 10 секунд не хватает, да? Собрались, давай!
Работаем. Давай. Ага, молодцы. Ох, подготовилась.